Короче говоря, я встретил гостя. При поддержке группы Vine Video. Сегодня у меня была важная задача. Во-первых, проснуться в 10, а во-вторых, Макс попросил встретить его двоюродного брата. Парень не знает города, а Макс ушел на какие-то курсы. Придется спасать родственничка. Что он тут в январе забыл, я так и не понял. Поехал на вокзал. На улице было холодно. Хотелось домой и спатки. Хренов турист. Не знаю, кто он, но он мне уже не нравится. Я пошел на площадь. Макс сказал, что он будет с фотиком в черной кепке и, возможно, будет тупить. Я сразу нашел такой экземпляр. Поздоровался. Сказал, что на улице холодно, поэтому без церемоний. Взял его за руку и повел домой. Он захотел в Мак, купил кофе, и мне тоже. Тут он мне начал нравиться, а после того, как он купил мне чизбургер, мы вообще породнились. Оказывается, у Макса нормальные родственники. За угощение я даже согласился показать город. Повел на центральную улицу. Я почувствовал себя настоящим гидом, хотя о центральной улице я не знал ничего, кроме того, что она центральная. Потом пошли фоткаться с памятниками. О них я тоже знал только то, что они бронзовые. Мне даже стало на секундочку стыдно, но потом отпустило. Подумаешь, бывают люди и потупее. Мне стало холодно, я решил сделать тонкий намек. Поэтому сказал, либо ты покупаешь мне еще один кофе, либо мы идем домой. Намек был понят. За это я показал парню порт и море. Он залип на минут 10. Но море это действительно красиво. А море я знал чуть больше. Сказал, что тут водится бычок и показал, в какой стороне Турция. Так сказать, блеснул знаниями. Потом мы выдвинулись в сторону дома. Мне позвонил Макс, спросил, как дела. Сказал передавать привет Андрюхе. Андрюх что-то затупил. Ну да ладно, холодно все-таки. По сути, он оказался нормальным парнем. Я думал, будет хуже. Мы благополучно добрались домой. Чай и тепло привели нас в чувство. Я начал расспрашивать, с какими целями он к нам и как надолго. Оказалось, что просто посмотреть. А быть тут намерен, пока не выгонят. Ну понятно, я тоже так всегда в гости хожу. Макс написал, что скоро будет. Андрюха спросил, кто такой Макс. Тут я насторожился. Андрей уверял меня, что никакого Макса не знает. А потом вдобавок оказалось, что он никакой не Андрей. Вот это поворот. А где ж тогда Андрей? К нам кто-то пришел. На пороге стоял замерзший парень. Ты Миша, который должен был меня забрать. Наверное, я. Оказалось, настоящий Андрюха 4 часа ходил на морозе, пока сам нас не нашел. Короче говоря, я встретил гостя. Всем привет! Если вам понравился ролик, подписывайся на наш канал и на канал Яна, ссылка в описании. Скоро там выйдет ролик с нами, не пропусти. И еще одна хорошая новость, приехала Настя, ставь лайк, если ждешь ролик с ней. Пока!